Чтобы все люди что? Спасли всех. Нету такой эксклюзии или исключения. Вот Бог этого спасет, а этого нет. Нет, Бог хочет всех. В небе обителей много, так написано. И поэтому Господь все это делает. Но у человека имеет свободную волю. Choice. Избрать или отвергнуть. Бог никого кнутом не загоняет в сердце Божие. Он, слушай, избери себе и благословение, и проклятие. Но знай, что последствия этого или этого, это будет на твоей жизни. И человек, конечно, делает выбор. Поэтому Моисей, понимая, видя вперед, видя вдаль, вы знаете, исполняются слова Господа, что кто-то будет по правой стороне. Интересно, я смотрел, не было там какого-то большого криминала. Знаете, обычно там, ну, как мы читаем Откровение, это страшно, такая книга, там написано, и все воры, блудники, прелюбодеи, все кощунники, их место в озеро огненное, которое Бог приготовил не людям, а дьяволу и ангелу. Ну, как?